Всем добрый день. Я представляю народное движение «За жилье». И мы рады быть на вашем митинге, и рады вас поддержать. И ходим на ваши митинги с той целью, чтобы показать солидарность народа. Мы едины, нам надо объединяться. И только так мы сможем противостоять этому беззаконию и беспределу. Рядом со мной плакат. Мы требуем возбуждения уголовного дела по 159 и 140 УК РФ. Это сокрытие информации и мошенничество в особо крупном размере уже более 3 лет. По нашим домам, это дома жителей бывших общежитий, заселенные как строители, медицинские работники, педагоги, так и с 2005 года заселенные 7 тысяч медиков и педагогов в жилье, обещали предоставить квартиры, за которые мы трудились и продолжаем трудиться, обеспечивая население города Москвы и не только, это Российской Федерации, потому что регионы с нами. Так вместо обещаний жилье предоставить, они стали нас выселять. Сегодня по 4 домам, Ставропольская 17, Люблинская 109 и еще 2 дома, Днепропетровская 27, корпус 1, отключили коммуникации. К нам в дома врываются в масках по 15 человек и избивают жителей. Мы отстаиваем свое жилье. Позвольте, мы 20-30 лет отработали на государство. Где обещанные квартиры? Вот вам мошенничество с программой «Жилище». Наши дома расселили и новые квартиры украли. Так же, как и у вас украли. Это мошенничество. Банкротство – это мошенничество. Недострой – это мошенничество. И в первую очередь обязательства должен нести гарант Конституции Российской Федерации. Сегодня я вас, уважаемые, поздравляю с международным праздником борьбы с коррупцией. Так где эта коррупция? По ходу дела борются с коррупцией только мы с вами. Потому что те, кто сидят в прокуратуре, ничего не делают. В суд лучше не ходить, потому что на вас там сверху, извините. И примут неправосудные решения. Поэтому я за то, чтобы требовать, не просить. Время просьб прошло. Мы требуем вернуть украденное жилье. Вернуть украденное жилье. Вернуть украденное жилье. Мы народ этого государства. Так будьте добры, соблюдайте законы. Мы не дадим вам воровать наше жилье и унижать наших детей. Дети – это наше будущее нашей страны. И здесь я ради своего ребенка. Всем удачи в вашей борьбе. Желаю, до свидания. Спасибо большое, Дарья. Давайте поддержим, да?